Зал заседаний Совета ветеранов Ленинского округа временно превратился в цех по изготовлению блиндажных свечей. За последние месяцы все, кто задействован в работе, стали настоящими профессионалами в этом деле. Мероприятие очень нужное, отзывы идут прекрасные оттуда. Люди, войска, самое главное, довольны. Готовят пищу, обогреваются. Землянку две свечи греют добавок. Ставится в металлическую конструкцию, специально есть такая вещь. И это нагревается. Металлическая конструкция, от нее идет тепло по всей землянке. Анна Зиберева занялась волонтерской работой с первых дней начала спецоперации. Изготовление окопных свечей – одно из направлений ее деятельности. Открыли пункты сбора банок. Жители стали сразу приносить у нас. Потом школа нам вторая помогла. Акция у нас была «Доброе тепло». Тоже нам на после Нового года они нам собрали много банок. Вот и вот так все закрутилось. И потом я поняла, что все, квартира лопнет, потому что я все это в квартиру собирала. Совет ветеранов стал местом, куда не только привозят все необходимое для изготовления свечей. Общественники с воодушевлением вовлеклись в общее дело. Для новичков тут же мастер-класс. Центральный фитиль, он тоже у нас пропитывается. Для того, чтобы если вдруг свеча в какую-то влагу попадет или там, да, чтобы... Для чего вообще пропитка фитиля, чтобы можно было зажечь в любом случае. В импровизированную мастерскую приходят пенсионеры, ветераны Мускокса, представительницы Союза женщин России. Сегодня 12 человек, по-моему, у нас задействованы. Начинали с 3 человек. Каждый раз у нас приходит больше, больше и больше. На вопрос, как долго еще будут лить окопные свечи, ответ у всех один. До победы. Татьяна Брылова, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.